Накануне Дня Победы Ленинское отделение Красного Креста передало Общественной палате округа гуманитарную помощь в виде сладких наборов для детей. Общественники приняли решение распределить сладости между тремя организациями – обществом инвалидов, скорой помощью и многодетными семьями муниципалитета. Мы находимся с вами в обществе инвалидов. Мы будем раздавать мамочкам детей с ограниченными возможностями. Они сегодня придут, несколько человек. Всем остальным с помощью волонтеров при общественной палате мы развезем на дом. Родители детей с благодарностью принимали подарки. Такая помощь особенно ценна сейчас, в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Очень приятно то, что Наталья Алексеевна за нас как бы переживает, что-то делает. Очень приятно. Кроме того, у руководства общества инвалидов появилась идея собрать продуктовые праздничные наборы для своих подопечных старшего возраста, чтобы поднять им настроение. Благодаря поддержке членов общественной палаты, торговый центр «Красный камень», торговый центр 918, фирменный магазин «Золотая балка» собрали продуктовые наборы. Для активистов нашей организации, для уважаемых членов нашей организации почетного возраста. И мы сегодня на дом отвезем все эти продукты, чтобы они сидели дома и соблюдали режим самоизоляции. Первой, к кому приехали волонтеры, была Мария Павловна Антипова. Сейчас ей уже 96 лет, она прошла всю войну, поэтому День Победы для нее самый главный праздник в жизни. В войну работала, началась война, под Смоленск окоп копал там. Вся была, пришла рука, думала, отнимется. А видновчанка Клавдия Николаевна Чуваева совсем недавно отметила юбилей – 80 лет. Она всегда рада общественникам и благодарна за помощь и поддержку со стороны неравнодушных активистов. Я чувствую себя очень довольна и рада. У меня сразу появляется большой стимул к жизни. Волонтерский корпус Ленинского округа продолжит оказывать помощь всем нуждающимся. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.